радуйтесь все, наслаждайтесь. Сегодня мы презентуем альбом ансамбля средиземноморской реконструкции, изданный на фирме, на лейбле Fancy Music. Это вот такая вот прекрасная пластиночка с... Кто это у нас там был? Ставрида? Нет. Сардина. Вот, сардина. Она сардина. Значит, каждый купивший диск может вот такого разложить и посмотреть сардину целиком. Сардина целиком. Мы это не просто голова. Это, ну, мне очень понравился этот альбом. Я думаю, что он понравится всем, кто захочет его послушать. Но сегодня мы, у нас будет посвященное этому празднество. В первом отделении этого празднества мы сыграем основным составом нашего ансамбля. Ансамбль средиземноморской деконструкции. Сыграем 9 вещей с альбома. А во втором отделении сыграем еще 2 вещи с альбома плюс другие композиции с приглашенными гостями, совершенно изумительными музыкантами. По поводу этого альбома я хочу сказать, то есть у меня будет в начале второго отделения будет торжественное вручение дисков людям, внесшим наибольший вклад материальный в создание этого альбома. А сейчас я хочу, конечно, поблагодарить в первую очередь человека, без которого этот альбом вообще бы не вышел и не начал бы даже записываться. Это Сергей Красин, основатель лейбла Fancy Music. Сергей, спасибо большое, потому что, ну, реально, вот, если бы не ты, то мы бы ничего бы не записали и ничего бы сейчас не презентовали. И сразу я хочу сказать огромное спасибо звукорежиссеру нашему Александру Михлину, который провел колоссальную работу с работой с нами, странными людьми, и потом все сводя это вместе и получая вот такой прекрасный звук. И главное, кого я благодарен бесконечно за вообще за поддержку, за участие, за то, что они долгие годы терпят меня. Это музыканты ансамбля, которых я приглашаю на сцену. Это Мария Логофет, Кирилл Павленчук, Анатолий Осипов, Андрей Бессонов, Максим Шипин. Пока так. Первая композиция называется «Ашора Шира». Я спою тебе песню, сочиню тебе стих. Это в основе лежит пиют марокканского происхождения, литургическое, да, литургическое песнопение сефардское. Вот. Произведение для шланга от души и небольшого оркестра.
Я хочу пригласить на эту сцену еще одного участника коллектива. Алина Ростовская. Добрый вечер, друзья. Следующая песня называется «That Knows and I Love You». Thank you.
Следующая песня называется «La Rosa en Flores». Thank you.
композиция, она нашего собственного сочинения, посвящается практическому курсу джазовой импровизации фортепиано Игоря Михайловича Бриля и называется «Oriental Bridge». Thank you.
То есть вы понимаете, что на самом деле у нас танцевальная музыка, то есть можно танцевать. А подстроимся сейчас. Что, подстроимся и можно танцевать?
спасибо, друзья. Следующая композиция называется «Это дым». Thank you.
Мария Логофет, Кирилл Паренчук, Максим Шибин, Андрей Бессонов, Анатолий Осипов. Меня зовут Григорий Сидорович, это ансамбль Средиземноморской деконструкции, и мы сыграем заключительную песню первого отделения, которая раньше носила скромное название «Песень», а теперь она называется «Танцуй Шинтей» и посвящается моему другу хорошему, который нам тоже очень помог, вообще и всегда помогает, и зовет нас играть постоянно. Шлома Полонский, спасибо. Thank you.
Кент, спасибо тебе. Наслаждайтесь тут. 3D. Человек, которого, к сожалению, нету, это Анна Школьник. Николай Яманаев. Если есть, то... Следующий человек, честно говоря, я даже не уверен, правильно ли я транскрибировал имя и фамилию, потому что исключительно пользовался фейсбуковским ником. Это Андрей Макаров. Не знаю, есть, нет, но я его, если нет, то я его найду, догоню и вручу диск. Да. Нет, я не уверен, что это правильно такая филология. Хотя нет. Может быть, ну не важно. Константин Лисько, его нет сегодня. Он написал, что он не сможет. Василий Никифоров. Я его знаю в лицо. Мне кажется, что его нет. 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 Видите, сейчас быстро пойдет процесс. Осталось-то, собственно, не так много. Есть, но я знаю, что вот человек точно был, он пришел. Я надеюсь, он не успел уйти. Это Дмитрий Ухов. Ушел, ну вот, начинается. Надо было все-таки в начале первого отделения говорить. Иметь снисхождение. Придется тоже догнать и вручить. Еще один человек, это Михаил Штейн. Я знаю, что его нет, потому что он живет в Ростове-на-Дону, и он как-то диск поедет. И 14 человек, Екатерина Перелыгина. Ее, по-моему, тоже нет сегодня. Вот, я тоже не видел, но, в общем... К сожалению, не так много оказалось людей, которые пришли за диском. Придется мне за ними бегать в оставшееся время. А мы приступим ко второму отделению, где будет несколько будет песни. Пара песен будет еще с альбома. Несколько вещей совсем новых и вещей с гостями. Первым гостем, которого хочу сюда пригласить, является... Пианист, которого я очень люблю и ценю, и реально, ну, то есть один из вообще лучших пианистов у нас, это Дмитрий Лубдин. Мы сейчас мы тут поиграем. Thank you.
Я, на самом деле, это такое удивительное ощущение, когда ты вот все время какую-то играл песню, а потом решил им не играть, а дать сыграть кому-нибудь еще. Он писал вот эти ноты. Я Диме взял там свою партию, посмотрел, записал ее в ноты, вышло 6 страниц. Я думаю, мама рот, как это же невозможно разобраться. Стал все сокращать, упрощать, повторы ставить, все равно 4 страницы. Но удивительно, как человек берет вот 4 страницы ноты и играет. Я, на самом деле, я очень благодарен, очень приятно слушать в таком тоне. Но я что-то все время говорю. Да, 3 минуты. Говорю, а сейчас... Я сейчас все говорю. А сейчас простите меня, конечно, я сейчас спою. Thank you.
Федоришин, виолончель. Но эти твоих вы помните, я их потом представлю. Thank you.
пригласить всех остальных участников, на самом деле остальных пока не уходите. Thank you.
Это между тем арабская народная. Спасибо большое. Сергей Полтавский, Евгений Федоричный. Фантазии на марокканские темы.
большое. Ага. Мотор, сократили еще программу, полночь. Сейчас у нас еще один гость. Последний на сегодня. Замечательная совершенно певица, знаток вообще репертуара Сефардского. Замечательная певица, художник, дизайнер, танцовщица, вообще уникальный человек. Это Анна Гофман. Сейчас они с Алиной вместе споют песню. Краснела? Не, не надо никого, сейчас петь. Сейчас споешь, будешь красить. А сейчас мне уже просто. Илюша, какой микрофон? Это будет своего рода экспромт, потому что в таком составе эта композиция исполняется впервые. Песня называется «Трес Мориес». Это средневековая испанская песня, в которой говорится о трех девушках – Айше, Фатиме и Мариен, которые певец, он в них влюблен, и он спрашивает, кто вы и откуда, и они рассказывают свою грустную историю о том, как они были испанками, христианками, но их пришлось стать мусульманками. Их назвали Айша, Фатима и Мариен. Escogidas y donde mandes marinas.
Мы продолжаем, но поскольку полночь близится, то у нас настрой соответствующий. Мы сейчас все, кто такой... Да, нет, конечно, у нас конкурс, кто быстрее заснет. Кто заснет первым. Сейчас расскажи про эту песню. Нет, не будешь рассказывать? Ты расскажи. А, я не расскажу, я свою часть расскажу. Моя часть будет странно звучать после Аниной части. Ну, короче, это была песня, ну, такая вот красивая песня, очень Аня. Хотела, чтобы мы ее вместе сыграли. Мы сыграли, я там снимал записи, такую музыку, все там. Вот. Очень красивая песня, испанская. Она каталанская? Каталанская. Она на каталанском... она и была написана. Она на каталанском языке, да. Известной в Каталании поэтессы Марии Мерсе Марсаль. Ну вот. А музыка к этой композиции, ну я смотрел, там что-то написано, Агусти Фернандес. Я сначала как-то не подумал, что это такое, а потом как-то есть такой пианист, знаменитый, авангардный, ну, авангардный джазовый испанский пианист Агусти Фернандес, оказалось, что это его песня. И я как-то подошел к нему, там приезжал недавно с концертами в Москву, я подхожу и говорю, а вы знаете, вот тут песня такая вот, я с трудом произнес ее название, я сейчас не решусь его произносить. Он говорит, что, говорит? Ну, я говорю, ну вот такая вот, а вот, вот говорит, а, да, это я. Я написал, я иногда вот пишу песни. Как Гриша наш... Я говорю, кроме вот этого, я еще песни пишу. Мало того, Гриша нас сдал. Да, я говорю, о, а мы тут просто мы поем. Он говорит, а, отлично, давайте послушать. Я прислал запись. Он говорит, а, ну отлично, замечательно. Продолжайте в том же духе. Я говорю, а, тогда дайте ноты. Вот. И он мне прислал. Сейчас, говорит, подождите, я что-то у меня PDF нет, говорит, сейчас я вот тут сфоткаю, как у меня тут есть на фотоаппарат снято. Такой листочек там с пометками, кучей там карандашом исписано. Отлично. Вот. Ну. Это были ноты песни, это были ноты его композиции, которая изначально была написана как инструментальная. Вот, и они мало общего имели с самой песней. В итоге все исполняется все равно по-своему. Но просто сам факт вот очень интересный, такие вот внезапно вылезают что-то. А теперь твоя часть, но уже коротенькая. Да, это все уже
Начинаем заканчивать. Все. Хватит. Да. Поспали. Подъем. Thank you.
Спасибо большое.